Привет, с вами Диана Лауши, и сегодня у нас рубрика CCN Tube, в которой мы разбираем сложные случаи китайского языка. Сегодня нас ждет разбор слова «или». Казалось бы, в чем проблема? Дело в том, что в китайском языке существует два слова для обозначения «или» – «хайши» и «худжи». «Хайши» – это вопросительный вариант «или», то есть с помощью него мы задаем альтернативный вопрос. Например, «ни» – «ты», «яо» – «хочешь», «ча» – «чай», хайши или кафе, кофе. Ни яо ча хайши кафе. Обратите внимание, что хайши это уже вопрос, поэтому в конце ни в коем случае не ставим частицу ма. Или, например, представьте, кто-то спрашивает у вас, что будем кушать сегодня на ужин? И вы отвечаете, давай поедим лапшу или пельмешки. Вот тут и пригодится наше ходжа. Уоман, мы, чи, кушать. Мянтяо, лапша. Хуже или дяоцы пельмешки. Омен чи мянтяо хуже дяоцы. Давайте проверим, насколько хорошо вы поняли этот урок. Внизу вас ждут задания, в которых вам нужно вставить хайши или хуже. Проверим, кто ответит правильно быстрее всех. На этом все. Надеюсь, этот урок был для вас полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Пока!